Катание здесь на чемпионате Европы, они во всех видах программы блеснули. У мужчин это Самуэль Контести, у женщин Каролина Костнер. В танцах Федерико Рафаэла Массимо Скали. Ну и, наконец, вот, кстати, Каролина Костнер, серебряный призер на этот раз она чемпионата Европы. Хотя предыдущие два чемпионата Европы она выиграла. Но даже в парном соревнованиях пар Николь Делла Моника и Яник Кокон тоже выступили неплохо, были шестыми. Так что прогресс итальянского фигурного катания налицо. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира прошлого года. Итальянка Каролина Костнер, безусловно, была претенденткой
номер один в Хельсинки на очередное европейское золото. Но на этот раз ее немножко подвела короткая программа. После короткой программы она проигрывала финской фигуристке Лауре Лепистö почти 6 баллов. И хотя Каролина Костнер убедительно выиграла произвольную программу, откатала ее просто превосходно, но отыграть вот эти баллы ей не удалось, и в итоге она уступила финской фигуристке, уступила совсем немного, меньше 2 баллов.